твою мать, охуеть. Ебать! Уснул, уснул, походу. Остановиться надо, помочь. Ебать! Ух, нихера себе! Так ты проедь, блядь, на эти, проедь вперед! Падает. О, о, о! Ой, блядь! Ну вот куда ты несешься, идиот? Ух ты, бля! Ебать! Чё там? Да ну нахуй! Останавливайся быстрее! Да и туда поехать, через Мамайку, а? Побыстрее. Не знаю.
Ёб твою мать, блядь! Обстоятельства остались загадкой. Ну и денег. Пристрастие нашего следующего героя, сделавшее его знаменитым, тоже могло бы вызвать у... Че, дурак, что ли? А, смотри, осторожно! Нет! Иначе прямо посягнусь, иначе не заметит никто! Закрытие игр пройдет она в Олимпийском спортивном центре Нанкина. Наш дзюдоист Михаил Игольников понесет флаг России на церемонии закрытия Олимпиады юношеской. Игольников стал двукратным.
Ой-ё! Кто там? Бать!